Лето – время отпусков и отдыха на море. Жителям Славянского района повезло. Чтобы вдоволь покупаться и позагорать, далеко ехать не надо. Чистый и благоустроенный пляж-кемпинг «Оазис» на побережье Азовского моря вновь открыт для отдыхающих. Для комфортного и приятного отдыха здесь созданы все условия, и это не просто слова. Это мнение самих отдыхающих. Отзывы об Азовском море выслушали наши корреспонденты. Анна Монастыренко с подробностями. Ласковое Азовское море, его небольшие глубины у побережья, ракушечные пляжи. Каждое лето сюда приезжают тысячи отдыхающих. В этом году официальный старт курортному сезону на пляже автокемпинге «Оазис» в поселке Ачуево был дан 15 июня. Все разрешительная документация получена, все условия выполнены, пляж подготовлен, чисто, все хорошо, ждем гостей. Приглашаем жителей нашего района и гостей нашего района посетить Азовское море наше. Погода в этом году радует, так что мы готовы. Курортный сезон на побережье Азовского моря стартовал громко, весело и танцевально. Перед отдыхающими выступила группа «Комплимент» городского дома культуры. Вдоволь натанцевавшись, отдыхающие отправились купаться. Те, кто предпочитает активный отдых, могли поиграть в пляжный волейбол или сразиться в настольные игры. В «Оазисе» по-настоящему заботятся об отдыхающих. Для удобства гостей на берегу моря установлены зонтики и теневые навесы, лавочки, оборудованы питьевые фонтаны, душ, работает магазин и кафе. Круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, работает медицинский пункт. Одним словом, созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха. Те, кто хоть раз здесь отдыхал, обязательно сюда возвращаются. В этом году я вообще для себя открыла Ачуево. Мы обычно ездили в Благовещенскую, или вот в Анапу, в район Анапы, ну, в крайнем случае, в Голубицкую. В этом году мы стали сюда ехать, и нам здесь очень понравилось. Место хорошее, пляж хороший, в принципе, море тоже нормальное. Ну, сегодня немножко ветерок, и мы довольны. Мы со станицы Черноярковской. Хоть у нас есть и свое побережье, но мы приехали сюда, потому что здесь, ну, более благородное, чистое море. И сделано все, в принципе, для отдыхающих, ну, уютно, чистенько, и все включено, в общем, скажем так. В общем, мы счастливы и довольны. Некоторым отдыхающим одного или двух дней на море мало, поэтому они разбивают целые палаточные городки и живут здесь неделями. Супруги Ботовы и трое их маленьких детей приехали из Тульской области. В «Оазисе» планируют провести не менее 5 дней. Они долго выбирали, на какое море ехать. Выбор остановили на Азовском и ни разу не пожалели. Выбрали Азовское море из-за воды, так как с детьми приехали. Вот. Сказали, глубина маленькая и вода хорошая. Поэтому решили Азовское. Через интернет посмотрели видео, пообщались с друзьями, вот, узнали об «Оазисе». Вот этом. Вот. Забили в навигатор, очень легко привел. Вот. Нигде не блуждали, ничего. Приехали сюда, всем довольны. Очень. Вода хорошая, пляж замечательный. Тишина, спокойствие. Все очень нравится. Действительно, для маленьких детей здесь идеальные условия. Теплое, неглубокое море, ракушечные пляжи, организованы детские развлечения. Хотя и взрослым найдется занятие по душе. Приезжайте, отдыхайте. Море совсем близко. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События». Теперь добраться до побережья Азовского моря совсем легко. Для удобства славянцев и гостей нашего города с 8 июня действует автобусное сообщение по маршруту «Славянск на Кубани, пляж Оазис». Отправка осуществляется каждую субботу и воскресенье с остановки общественного транспорта автовокзала «Славянска на Кубани». Время отправления – 8 часов 30 минут. Время отправления из поселка Ачуево – 17 часов. Время отправления возможно координировать. Стоимость проезда – 180 рублей. Все интересующие вопросы можно уточнить по телефону 8 918 647 43 84.